Погнали бить. Мы тут посуманимся. Коляска, пацаны. Угу. Летаем как мухи, блядь. Блин, самое неблагодарное дело, ведь каждый спрашивал. А чё анрол? А какой анрол? Ну скажи, ну расскажи, ну пример. Три анрол. О, Кават, так я в хила могу, да? Хорош. Да, можешь в хила. Филипп интереснее. Ну, пока его нет, Кават, так что там. Чё, оттанчик. Так, все, все здесь, погнали, убиваем трэш. Всех суманули. Мак, вставай, сам заходи. Завтра не знаю, может быть ЛКХМ будет, может быть.
Давай вот этот трэш заберем. Спекайся, Войт, хила. Спекайся. Угу. Сейчас, секунду. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим так, друзьям. Так, Варра, мясо рубанок тут? В корде? Так, он у меня свет потанчит. Кават, потанчишь? Кто? Воин на свет потанчит, да? Кават. Да-да. Ау. Кават. Ау. Свет кто потанчит? Воин, да? Ты с луны свалился, что ли? Я говорю, Войд, Брестер Друида. Забейте трэш со спины. Танки, бегите назад. Один Войд живой. Бля, сейчас вы просто сдохнете все. Заходите в инс сразу. Хилы, заходите в инс сразу. А кто так умный, блядь? Кто вот этот сзади трэш спулил? Пидор какой-то. Че, блядь? Я туда камеру не поворачивал, не видел. Кули. Дайте собрать танку, просто подвинуть танку. Дайте брать, дайте ему прохил. Вар, забери часть мобов. Сейчас зайду. Прям аж просто легче лечь и начать так чистить, и так просто нужно. И так уже все легли. Заходите, контрольте. Я на нагры, все что можно. Точно ГП. И сейчас узнаю, так точно минус провод. Сейчас и будут молчать в тряпочку, потому что все за свои чешки боятся, да? А найти надо по-любому. Да, нет, я так полагаю, стрим толкового-то был, по-любому включен. Как мы делали так больше, еще, блядь, весь поломались уже. Последнего агрессора брать бы. Барда. По стриму. Вышел из корней. А прикиньте, если бы... Если бы сейчас была хелька, сколько бы то бы упало на рот? Не знаю, о чем бы. Так, кстати, Локи, а кто из нас троих будет проклятие стихии вешать? А у нас что, ни одной совы, ни одного анхолика нету в рейде? Нет. Все ДКшки, которые мне написали, всем нужна Чеха, и я...
им отвечаю, типа, анрол любой, может. Любой. И мне просто выебали мозг. По поводу так, этой чехи. Так ты пиши, блядь, РДД нит и все, нахуй. Ну если какой ДК пишет, тут чешка анрол. Почему? Я могу и РДД чеху заанролить. Я могу и плащ просто заанролить. Мне без разницы, я писал любой. А у РДД чешка была бы хорошо. Тебе проще будет, ты не будешь вот так вот уебываться, людям что-то объяснять. Бери просто сразу тех, кто не будет забирать то, что ты хочешь анролить изначально. Таких найти еще надо. Так вот, знаешь, когда все охоты выполняют, тяжело. Да ебать, что ты пить? Один анрол, смотри. А, не анролю. Просто один анрол, на усмотрение, и все, идите лесом. На Савиану идем. На Савиану идем. Ну, прямо дальше, видите. Давайте на бок. Да, кстати, ковалим. Столик. Ты какие-то кучи чё? Чё еще раз? Нет, ты какие-то стихи кучи взять, ты написал я. Я в ДД, да? Дайте каску по ДК. Мясорубанок будет танчить. Вот Кават, да? Кават. Кават, да. Танчить. Рыбу перед боссом поставлю. Можно каску пошумано? Давайте, Кават у нас пробафает каски, а Денчик у нас пробафает кулаки. Талдарам каски раздает в Адоне. А, Талдарам, ну, вообще, отлично. Талдарам, давай ты... Что, я раздал уже? Угу. Ой. Не могу сегодня подвески, вообще никакие все. Что сегодня ОДВ было? Кстати, сегодня секстант упал. А, судя по секстанту, значит ДВ, да? Ага. Так аварек, это что за лох? Мозер брал жена. Что? Ауру коня поменяйте, пожалуйста, паладины. Кого? На РДД поставьте.
Ну и какого хуя? Понимаю. Постимарон, спекайся в танк. Третье зеркало подержишь. Первое Кават, второе танк наш, где он, а третье ты потанчишь. Ренджу, наберите только между друг другом, пожалуйста. Хилам, дайте в центре где-нибудь встать. Кто второго танчит? Второго мясорубанок, третье зеркало танчит нас Костомарон. Нихуя, два товара. Да. Войт, мечты сбываются. Ренджу наберите. Двенадцать метров. Все набрали ренджу. С урона ни хрена не будет по боссу. Кто еще не набрал дистанцию? 104%. Дайте Геру. С этим ДПСом, думаю, не зря. Там перефазы связи. ДПС слабенький еще. Нет. Смотрите за ренджой. Сейчас ловлю, подбежать. Лови. Я его забрал пока на все. А, только на пул дайте. Да его никто не бьет, что его напуливать. Джизус, Коварик, почему рядом друг с другом стоите? Вы что, ёбнутые, что ли? Говорю, ренджу наберите. Лок, подвинься от меня немного. 70 тысяч влетел. Не важно. Я не хочу на этом боссе вайпа. Да, давайте нормально его бьем. Не стакайте, пожалуйста. Шестьдесят два процента. Я прохил танка. Про товары. Мясорубанок слева поддержишь. Тимарон справа поддержишь. Слева это оттуда. Слева это то место, откуда мы сейчас заходили. Угу. Кават на боссе. Ребят, дайте по шаману, типа. И по воинам тоже. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Сорян, это был я. Друидила, по-моему. Кават дал антифир. Жопа антифир. Да уже дал.
Он тут не нужен. По себе бы дал лучше. Да ладно. Так, добиваем босса, сейчас я раскидаю пати, всем покажу, кто где у меня будет. Слева встанет. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Так. Рубиновое святилище пало. Постимарон, спекайся в ДД. Мясорубанок, будешь танчить у меня свет. Кават в тьму. По хилам. По хилам. Денчик. Войд. В свету. Ой. Диалог. Нямка пока тут. К чему пойдут. Теперь по миликам. По РДД. Сейчас я раскидаю. Поставь куда его. Рыба, если что, стоит слева, возле портала. Так, давайте так. Первая пати. Первая пати. Сейчас еще. Первая, третья группа. Первая. Первая, третья группа у меня свет. Вторая, четвертая тьма. По свету есть вопросы? Вообще, кто не знает тактику, на босса плюс чат. Не стыдно, объясню. Ты этот свет закинь в геру одну. Сейчас закинь. Я в свету не был ни разу. Что в свету делать? Это была тьма сильно. Свет. Перебегать от метеора. Первая группа свет, вторая, четвертая тьма. Все, смотрите, что на первой фазе происходит, то и будет дальше. Да. Ну, смотрите, есть три фазы у босса. Первая фаза у нас свет. Мы просто стоим, ждем метеора. Когда он падает, та группа перебегает под кузом у босса на другую сторону. Разливаются лужи, в лужах мы не купаемся. На кого вешается дебаф, буду анонсить, тот человек выходит плотничком к стеночке. Первая метка в спину рейда, вторая под хвост. Выносим диспелем. Когда будет вторая фаза, переходим во тьму. В свету у нас остается танк.
Это мясорубанок, правильно? И остается Денчик. И Войд, я сказал, да? Денчик и Войд остаются в свет. Остальные три хила уходят в тьму. В тьме у нас... Кават у нас нормально это подкручивает. Стоим просто под 90 градусов от босса сбока. Сбоку. И ждем лезвия. Лезвие у нас одно. Просто подкручиваемся, никто под хвост не лезет. Если на вас повесили дебаф во тьме, просто выходите одну в спину рейда, одну под хвост. Выходим под хвост. Все, кто выходит на третьей фазе, выходят под хвост. В портал. А кто выходит, можешь сказать, это я только зашел? РТД еще? Я сказал, первая, третья группа свет, вторая, четвертая тьма. Посмотрите, кто где, в какой группе. Первая, третья группа свет, вторая, четвертая тьма. Дальше по процентажу буду анонсить, кому стопать, в какой реальности. Рыбку ставлю. Там стояла рыба. Уже закусали. Танк, который будешь у меня танчить тьму, вот здесь встаешь, поворачиваешь лицом в эту метку. Понял? Когда выйдешь на третьей фазе, тоже точно так же бегаешь. В кресту танчишь и перебегаешь из на тебе метеор в другую противоположность. Все в порядке. Так, еще раз. Подожди, постой. Метка крест стоит вон под хвостом у босса, поворачивай лицом туда. Про вары говоришь? Да. Лицом в крест, да? Хорошо. Все. Если все готовы, сейчас еще один чек сделаю уже на пул. Так, и скажи, изначальная точка, ты где становишь танк, где мне танковать с самого начала? Там же, где? Хорошо, в кресту, да? Угу, хорошо. Вейжу босса. Вейдем босса. Поднимите его. Зачем ты заходишь, Вар? Зачем ты заходишь? Ты здесь первый раз? Где? Здесь? Нет. Я не тебе говорю, я говорю ретайлеру. Дайте по нему бафы. Бьем босса. Пол, ты сейчас танчишь или что? Я агро набираю, чтобы тебя не сорвали. Хорошо. Там перед. Скажи, когда снять с тебя. Эта кошка пусть станет поближе к рейду. Ну, блядь, на нее и метеор падает. Метеор, перебегаем. Оооо. Маг минус кросс. Конченая. Это кошка была. Это в гере было минус 20 просто. Минус 10 кроллу маг. Забирай. Магу забирал. Не повезло просто. Не прохилили, пацан. Зачем здесь не прохил? Он не перебежал. 20 человек не перебежали, я видел все. Там кот стоял. Подхожу. Метеорит, 3 секунды. Можно я поговорить? Перебежали. Блять, он еще не падает, вы уже убежали. Мне можно, я знаю, когда падает. Вышел Рога. Под хвост, хорошо. Из креста заходим. Отсюда. Кават, поставил? Нет. Ждем команду.
Да. Заходим. Все заходим. Слева от босса заходим. Слева от босса. Встали в кучу. Вышел Джокер. Спелл. Да я сам. Лезвие, одна секунда. Влево, 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 влево. Оглушение было. Потому что ты под хвост попал. Еще левее двигаемся, еще левее. Все, стоп. Здесь встали. Стоим на месте, никто никуда не уходит. Точнее встали. Переходим, переходим, переходим. Кто под хвост не лезет, оглуши. Встали на месте. Закончились лезвия сразу же. Там когда будет ближе к 50, скажите. 54. Третья фаза скоро. Первая, третья группа у нас выходит в свет. Входим под хвост. Не третья фаза. Да. Портал там. Выходим. Первая, третья группа. Кто в свету там можете поносить? Листокрует, выйди. Тьма, стоп. Стоп, ДПС, пускай свет. Вон, поехали. Хорошо. Тьма, больше бьем. Тьма, больше бьем. Свет стопнет чуть-чуть. 40-60% погрешность. Старайтесь держать от 50%. Свет больше бейте. Свет, стоп, стоп, тьма, стоп, тьма. Тьма. Тьма, стоп. Хорошо, бьем. Тьма, больше ДПС. Лок убил. Лок убил. Свет больше ДПСа. Поднимите, пожалуйста, кто в свету, один друид. Ой, подними, пожалуйста, Кивального. Или доктор Моро. Он в свету должен быть. Поэтому по ДПСу посаживайтесь. Небеса в огне. А это точно казах. Ой, Вар, блядь, ты что? Лолита, блядь. Лох убежал. Только такие люди попадают в ряды, честно. Чё по Гере? Зачем? Так сейчас убьем. Да в свету можно дать. Понимаю, это ГП. В свету можете дать, дайте все. Бежим. Свету больше легко. Рога выбежал. Кротал, дарам. Рога локо ловит. Носи пылающий. Тьма больше. Что, может я делаю там? Да давай за. Да тут лям уже остался. Или. Давай, на мужика похуй. Под Герой. Сейчас посмотрим. Я бля, Коват, плохо, что ты вот стоишь. Геру, дай, Геру. Ты кончик, раз. Анрула, скажи, ебать, там качать. Я что-то не помню. Да мне ничего. Ты кончик, через неделю надо идти опять, но ты видишь, что происходит. Я тебе говорю, аутик, да, 2-3 не падает. Сука, что не мои? Две на фанку. Я больше нельзя ходить в дворец.
кому